представляет 12-й пипец. Привет, дорогие друзья. Привет. Ну что ж, сегодня стартует, вернее, начинается предрегистрация на проект Cloud Money. Мы сильно волнуемся, все-таки не каждый день запускаем такие проекты. Вот. Честно сказать, большую ответственность на себя возложили в связи с этим проектом. Ну, нельзя сказать, что для нас это было неожиданно, хотя мы разработали его еще давно, но вот выложить решили только сейчас. Ну, конечно же, много вопросов сыплется сейчас нам в скайпе. Вот, все хотят узнать подробнее о проекте. Ну вот мы выбрали такие самые наиболее распространенные вопросы и на них сейчас будем отвечать. Да. Александр, ну какие там? Ну что ж, я начинаю с вопросов. Итак, самый популярный вопрос сейчас — это когда появится реферальная ссылка? Ну, значит так, реферальная ссылка уже появилась, она стоит под этим видео, смотрите ниже. Значит, это самая главная, самая первая реферальная ссылка. Сразу хочу сказать, что все реферальные бонусы, которые будут привлечены по этой ссылке, пойдут на промоушен проекта, то есть на рекламные мероприятия, с помощью которых мы планируем стартовать и сразу начать строить позитивную динамику. Вот поэтому регистрируйтесь под этой ссылкой, хотя некоторые лидеры, с кем мы уже, скажем так, познакомились в процессе работы, значит, которые имеют большие команды, так как мы тоже заинтересованы в том, чтобы подогреть интерес к проекту, привлечь как можно больше людей, чтобы сохранить и сохранять позитивную динамику. Вот, поэтому мы поделились этой реферальной ссылкой еще с некоторыми лидерами. Поэтому если вы входите в команду таких лидеров, то, пожалуйста, можете регистрироваться под ней. Как после старта проекта Cloud Money изменится формат большой игры и сериала «Финансовый пипец»? Будете ли вы участвовать в других проектах? Формат большой игры и сериала «Финансовый пипец» практически не изменится. Ну, разве что к нему добавятся еще другие проекты. То есть мы также хотим продолжать участвовать в других проектах. Для чего нам это нужно? Мы должны все это анализировать. В целом, вы знаете нашу позицию. То есть мы считаем, что нужно развивать этот рынок. На нем должны быть множество игроков. В частности, вот та система, извините, кстати, организатор Unity Force меня за ошибку, за то, что я назвал Unity Soft в прошлый раз. Да, да, да. Вот, в частности, у Александра Соколова там есть 30-е место, и мы планируем также принять участие в этой системе. То есть, еще раз поймите, наша задача — изучать, искать самый лучший опыт, вырабатывать самый лучший механизм, дружить и объединять системы, а участникам давать возможность диверсифицировать свои вклады. Поэтому мы не то, чтобы там будем с кем-то там конкурировать и кого-то там ругать для того, чтобы к себе кого-то притянуть. Упаси Бог, наоборот, ребята, участвуйте везде. Тем более, что наш проект рассчитан на определенную аудиторию, то есть те, кто покопался глубже, уже, наверное, смогли понять, что у нас не получится сразу заработать какие-то баснословные деньги. Там, это специальный проект для определенного сегмента, то есть который позволит вам, скажем так, иметь ежедневно необходимые для ваших нужд деньги. Следующий вопрос. Расскажите о механизме хранения и распределения денег в системе. Мы обеспечили распределенное хранение. Деньги изначально будут попадать на счета участников. Соответственно, каждому будет перераспределяться в соответствии с его вкладом. Проверенным, опять же, это будет переходить участникам. Ну а ежедневные выплаты будут осуществляться при помощи системы API, она называется. Это программное обеспечение, которое подключается к кошельку. То есть мы выбираем определенный кошелек, с вами созваниваемся, говорим, что к вашему кошельку будет подключено API. То есть программное обеспечение, которое будет раскидывать деньги с этого кошелька на множество других. Поэтому вы просто как бы даете нам свое согласие, и мы с вашего кошелька начинаем эти деньги раскидывать. То есть, соответственно, это будет процедура на один день. Ну, как бы мы называли это дежурный кошелек. Вот. То есть таким образом это будет реализовано. Как можно будет получить все набежавшие в системе деньги? Ну, еще раз говорю, что несмотря на то, что
сумма, которая набегает на вашем счету, она там через полгода, через год уже будет достаточно внушительная, но получить ее единоразово из системы нельзя. То есть это, с одной стороны, минус для наших участников, потому что каждый, конечно, рассчитывает сразу хапнуть. Вот. С другой стороны, плюс. Еще раз мы говорим, что единовременного вывода из системы денег у нас не будет. То есть каждый будет получать 1% в день регулярно. Я рекомендую вам не отказываться от ежедневных платежей, то есть получайте их ежедневно, и чем больше вы будете участвовать, тем сумма ваша будет там увеличиваться на облачном счете. Вот. И сумма ежедневной выплаты также будет увеличиваться. То есть, ну, считайте, что это ваши карманные деньги, ежедневные карманные деньги. И по мере продвижения их будет становиться все больше, больше и больше. В прошлом видео говорили про параллельные проекты, которым будут страховать систему. Расскажите про них подробнее. Да, значит, мы говорили о том, что мы запустим ряд параллельных проектов, которые будут выступать так называемыми байпасами. То есть системами, которые будут страховать и поддерживать Cloud Money. Но это не говорит о том, что это будут созданы специально для поддержки Cloud Money системы. Нет. Открою здесь, приподниму завесу и скажу, что уже в мае месяце мы с Александром подготовили еще один проект, который по своей сути будет гораздо мощнее, чем Cloud Money. Пока мы не будем о нем распространяться, но это будет мощный механизм. Он будет рассчитан на другую целевую аудиторию, то есть не на ту, что рассчитана Cloud Money. То есть он будет развиваться в другом сегменте, они никак не будут конкурировать. Но по численности эти проекты, по численности участников будут развиваться гораздо динамичнее, и там будет большее количество участников. Поэтому при помощи специальных там мотивационных механизмов мы просто будем иметь дополнительные резервы для поддержки Cloud Money. То есть несмотря на то, что мы создаем вот эту вот очередь, еще раз говорю, то есть вот даже несмотря на то, что мы объявили сейчас предрегистрацию, я там предполагаю, что зарегистрируется там 1000 человек, но попасть в систему в первые дни смогут единицы. И это как бы наш принцип, мы начнем с самого маленького. То есть вот выберем какое-то маленькое, самое маленькое количество. Я так подозреваю, что это будет не более 10% от первоначально зарегистрировавшихся участников. То есть примерно 10%, и вот с этим количеством людей мы двинемся. Всем остальным придется ждать. Понятно, что это не очень удобно, все хотели бы попасть сразу, но мы не допустим тех ошибок, которые допустили наши предшественники. Пусть мы создадим какой-то даже негатив в этом отношении, но зато те участники, которые придут, они должны быть уверены, что это механизм на 100% рабочий. Поэтому так. Надеюсь. Тут следующий вопрос как раз. Вот расскажите подробнее о механизме регулирования притока и оттока. Ну вот, механизм будет следующий. В том, что мы, еще раз говорю, не более 10% первично зарегистрировавшихся попадут. Почему я не говорю точную цифру, там 10-15%? Потому что, еще раз говорю, мы отталкиваемся от суммы. А сумму посчитать, даже если вы напишете, что вот там, при предрегистрации, что я там внесу 50 тысяч, вы же этого не гарантируете, поэтому мы не можем быть уверены. Здесь, конечно, после того, как мы соберем всю предрегистрацию, станут понятны примерно численность участников, которые захотят войти, примерные суммы, то есть мы проведем фокус-группы, поймем, какая там средняя величина вклада, и после этого мы, значит, решим, какой объем участников попадет в первую группу. Мы, конечно, постараемся так, чтобы туда вошла широкая коалиция, чтобы это не была какая-то узкая группировка, постараемся так, чтобы удовлетворить там интересы каждой структуры, если к нам будут заходить структуры, чтобы это было вот скомбинировано. Тем более мы не уклоняемся, не отстраняемся от диалога, то есть те, кто сегодня с нами на прямой связи с утра, наверное, убедились, что мы всем отвечаем, всем рассказываем и очень рады, что вы проявляете к нам такой интерес. Нас это, честно, очень радует. Так, как можно будет забрать набежавшую за год сумму? Еще раз говорю, набежавшую за год сумму забрать не получится. Поэтому, друзья мои, еще раз переосмыслите. Здесь совершенно другая философия. Я так себе примерно представляю, что средний вклад у нас будет где-то $300-500.
То есть, поверьте, вам эти деньги, ну, никакой погоды не сыграют. Каждый из вас должен понять, что вы их положили, и все. Это деньги на ваши будущие карманные деньги. То есть мы говорим, что эти деньги должны вам обеспечить финансовую свободу. То есть вряд ли вы там на них сможете сразу купить там недвижимость, еще что-то, путешествовать, там, оплачивать какие-то ежедневные потребности, вы на них сможете. Здесь вот полная философия облачных денег. Еще раз говорю, вот как интернет, то есть, или как воздух. Вот несмотря на то, что воздуха много, но вы потребляете его дозированно. Философия облачных денег, она такая же, как воздух или как интернет. Вы тоже, вряд ли кто-то из вас, значит, держит дома сервера для того, чтобы качать информацию из интернета. Ну, и там ее складывать и хранить. Зачем? Когда вы знаете, что у вас всегда есть доступ, и вы всегда получаете оттуда столько, сколько вам нужно. Вот, соответственно, и здесь вы будете иметь доступ, положив небольшую сумму, вы будете постоянно иметь доступ к этому своему кошельку, на который будет капать, и вы ежедневно будете иметь свои деньги. То есть поймите, что урвать здесь так, как люди урывают там в формуле денег или еще где-то, не получится. Это проект совершенно другой философии, другой направленности. Так, последний вопрос. Как попасть в команду проекта? Значит, в команду проекта попасть с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Ну, как всегда, знаете, нужно быть в нужное время, в нужном месте. Поэтому часть людей уже попала. Вы понимаете, что мы не могли стартовать без команды, поэтому часть команды уже у нас есть. Часть людей уже, значит, находится с нами на связи. В ближайшее время они, значит, там к нам примкнут. Соответственно, вот как сказал уже Александр, конечно же, надо писать резюме, надо с нами связываться, надо проявлять интерес. Видим людей, которые проявляют этот интерес, видим людей, которые что-то могут сделать. Но вот хочу рассказать о том, что мы это все решили привести в такой организованный вид, который, с одной стороны, значит, мы запускаем сейчас такой небольшой проект, который будет называться как раз вот «Best of the Best». Всегда у нас так получается, что мы говорим какое-то слово, оно потом становится названием проекта. Вот. Значит, сейчас будет запущен конкурс лидеров, то есть на сайте Cloud Money будет объявлено открытое голосование, кто в нем примет участие, позже будут объявлены требования к участникам. Значит, кто победит в этом голосовании, тот приедет сюда на майские праздники, здесь будет состоиться у нас так называемый воркшоп, то есть такая рабочая группа, это будет отдых, совмещенный с работой, со всякими конкурсами, там, спортивными состязаниями, то есть, ну, там, тимбилдинг и так далее, то есть, вот так это все будет называться, на который приедет там порядка 10 человек, победители вот этого открытого голосования. Поэтому ждите сейчас, в ближайшее время появится ролик, в котором будут оглашены правила этого конкурса. Вот, соответственно, побеждайте в голосовании. Приезжайте сюда, и непосредственно те, кто приедет, смогут также попасть в команду проекта. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем предрегистрацию нашего проекта. Регистрируйтесь к нам, задавайте нам новые вопросы. Мы, наверное, в первое время чуть ли не ежедневно будем на них отвечать. Вот, пишите нам на нашу почту. Пишите нам на наши скайпы. Мы рады вас всех видеть. Что, финансовый пипец неизбежен, да? Неизбежен. До новых встреч.